На эфире начало видео, дорогие друзья, привет Паше Пирогову, Даше Калмыковой, ну и конечно же Артему Санину, привет от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Паша. И сегодняшнем видео вызвало близость куриное яйцо дома. Данное яйцо сырое от греческого слова сыр. Оно вышло из меня по пути в садик. Я планирую, дорогие друзья, высиживать это яйцо 3 дня. Но лучше всего сварить вкрутую или пожарить на сковородке. Так как высиживать слишком долго, а жарить всего 7 минут, дорогие друзья. Между прочим, куриное яйцо добавили в версию 1.2. Это около 165 миллионов лет назад. Наверное, дорогие друзья, вы меня спросите, почему яйцо такой формы. А я вам отвечу, потому что я не донатил на другие скины. И в будущем тоже не буду. Ну ладно, давайте же я начну облизывать яйцо на счет 1, 2, 3. Начинаем. Я облизываю. Чем-то напоминает кожу страуса, я не знаю почему. Пробуем облизывать дальше. Ну лично для меня приятно. По вкусу сказать нечего, так как его нет. Вот попробуйте облизнуть, вот облизните. Вот никакого вкуса нет. Ну вот мы облизнули яйцо куриное. Напишите в комментариях, как вам это яйцо. Желаю вам, как всегда, здоровья, счастья и благополучия. Не болейте, всем удачи, храни вас Господь и Аллах. Всем пока, дорогие друзья. Пока.